по итогам регистрации больше количество выдвинутых кандидатов и меньше процент отказов в регистрации, что в целом тоже позитивный момент. Но в то же время сама компания в целом была по-прежнему мало заметной. На это сказывались как отсутствие государственного финансирования, которое раньше предусматривалось для хотя бы распространения кандидатами своих программ в печатном виде, так и, очевидно, не самое удачное время для проведения агитационной кампании. Также важно отметить, что значительная часть кандидатов в принципе не проводила серьезной агитационной кампании. Мы зафиксировали как негативные моменты это наличие многочисленных случаев цензуры выступлений программ кандидатов. Были препятствия у некоторых кандидатов публикации агитационных материалов.